Большая, да? Нет, как Чехии. Мы уже два раза объехали Чехию в автобусе сейчас, да? Люди добрые, мы хотим показать чуть-чуть молодым хоккеистам, людям здесь, что есть хоккей, потому что мы КХЛ играем, да, они, я думаю, интересно про них, но только мы с радостью делаем. Ну, так вот и все.
варианта спорта, она вообще очень важна в наше время на сегодняшний день. А я считаю, вот то, что сегодня выездные, это уже второй раз у нас в городе Мегионе, второй год делается. Это прекрасное зрелище. Знакомство со звездами хоккея, хоккеистами нашей игры. Я считаю, что это, как правильно выразиться вам, чаще надо делать. И не только хоккеистов. Ведь у нас масса есть других, и олимпийцев есть, и есть чемпионов, которые это побольше встреч по ходу таких спортивных мероприятий. Вы видите, сколько народу было? Я надеюсь, что спорткомитет игры, губернатор Наталья Владимировна, они и так уделяют много внимания нам. Но хотелось бы, чтобы вот такие вещи, как сказать, шоу, не шоу, ну, вот именно массовые спортивные мероприятия было почаще. Преданный болельщик из Мегиона. Поделись эмоциями, которые ты сейчас испытываешь от встречи с твоими любимыми игроками. Да я не могу вот это даже говорить, вот такие эмоциями. Не, на самом деле очень прекрасно. Ждали мы это вот событие, которое сейчас происходит на льду. Вот, и детишки, и многие мне писали, что вот это хорошее мероприятие, которое полезно не только для детей, которые вот тренируются на льду, но и для родителей, и для всех людей, которые вот проживают в округе, потому что это популяризация хоккея, ну, хоккей должен быть хороший вид спорта, поэтому это очень хорошо, когда приезжают такие игроки, известные, и команда, и все, на эмоциях все.